Так, это дубль 2. Я уже с дублями запутался. Мне это все, блин, просто тут этот. Заходи. Опять ты здесь. И я опять здесь, да. Ну, у меня настроение... Уже не могу смотреть на твою руку. Ну, у меня настроение заметно улучшилось. Значит, как обычно, уже в четвертом по счету апартменте нас селит не такое место, которое мы заказывали. Ну, первое было из этих четырех то самое, то двухэтажное, все, но там не было воды, да, и нам сразу сказали, что бывает, что тут нет воды. Оказалось, что нет интернета. И потом там все было в пыли. И, в общем, это было вообще... В конце концов мы думали, елки-палки, что это такое? Ну, ладно. Второе место оказалось, вот когда нас эти парни поселили, там с мышами, с муравьями и без горячей воды, это мы вообще без там... Без окон, без дверей. Да, без окон, без дверей, что называется, да, там без стекол все было, да. Это нас это деморализовало. Третье место, откуда мы сейчас приехали, у меня все. Из Праги. А, во. Там оно занято было. Она сказала, что занято, поэтому она нас хочет поселить вот такую какашку, да, в каморку, которая нам нафиг не нужна была. Мы хотели отдохнуть, а не поселиться в каморке. Вот, и сегодня четвертое сейчас место. Мы заходим, я ожидаю 48 квадратов, я ожидаю две этих... спальни, где одна большая кровать и две односпальных. Я такая думаю, что это такое? Все не так. Думаю, а еще муж мне говорит, это ты такое заказал, это ты такое. Да я говорю, я не могла такое заказать. Вот. Ну, короче, в конце концов, говорю, иди, скажи, что нам не то дали, ну, не совсем не тот апартмент. И муж пошел говорить, и ему этот... Что это такое? Хозяин? Что? Ты про что? Бутылка стоит. Сейчас посмотрю. И ему хозяин говорит, а что, оставайтесь, я зато дешевле с вас возьму. А зачем нам дешевле? Это свечка вроде. Это песок. Это свечка вроде. Вот это песок в бутылке, а это свечка. О, понятно. Инсталляция. Такая. Да. Вот. Он говорит, оставайтесь, типа, что я дешевле с вас возьму за то, что вы будете жить в комнате с, как бы, с одной кроватью. Она прям сразу. Тут вот эта комната даже закрывается. То есть ты, если хочешь, например, муж у меня работать любит, он сейчас сядет за стол, дверь закроет, и я буду спать. Все. А когда он захочет спать, он пойдет вот в эту комнатку и ляжет на любую коечку, на которую захочет. Ты и все. Показывай. Ну давай покажу. Ты, а то ты кричишь много. И там, где мы были, там даже вещи некуда было. Тут хоть вон вешалки есть, вещи есть, тумбочка есть. Все нормально. Две укрывалки, а там одна укрывалка на двоих, это простынь, простынка одна на двоих. И мы должны 5 дней, да, если мы здесь собираемся 5 дней, просто с острова нельзя раньше, чем через 5 дней уехать, и мы должны оставаться здесь. Я вообще этого не хочу. Я говорю мужу, мы тогда сейчас сбегать будем, что ли, отсюда? 2 дня и бегом-бегом. А теперь я уже нормальная. Я говорю мужу, мы тут спокойненько 5 дней выдержим, потому что тут хороший гардероб, там вон вешалки, тут вот все шкафы, все в порядке. Ну пойдем, покажешь этот, а то я... Тумбочка. Ты отвлекла всех от этого. От чего? От... Показывай, ну... А самое главное, кроме раковины здесь, да, кроме душа, кроме унитаза, тут еще биде есть. Я как увидела, думаю, супер! Я вообще люблю, когда с биде. Это все. Это вот, ну, просто очень удобно. Реально, у меня дома, поэтому я так люблю. Мы сейчас, прямо сейчас, как дома будем жить. У нас с мужем разные спальные комнаты, биде, кухня. Да? Все похоже. Классно. Короче, всем привет с острова Майо. И это не город, да, это пригород. Мы находимся в пригороде. Мора. Пригороде города Мора, в 8 километрах от этого города. Вот так. Кабо-Верде.